Наступление оккупантов на Бахмут застопорилось и даже провалилось, заявил представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби. По его словам, за 5 месяцев с декабря прошлого года Россия потеряла, только вдумайтесь, более 100 тысяч человек, из которых более 20 убиты в ходе боевых действий, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, почти половина этих ошеломляющих потерь приходится на бойцов, конечно, частной военной компании «Вагнер», которых бросили на штурм Бахмута. Основатель ЧВК Евгений Пригожин ранее утверждал, что его группировка потеряла всего 94 человека. Кирби назвал эти заявления просто смехотворными. Я знаю, господин Федоров, что очень часто аналитики со скепсисом, например, воспринимают ежедневные отчеты вооруженных сил Украины. Ну, мол, какие там могут быть верифицированные цифры, пропаганда и так далее. Давайте предположим, что Белый дом менее заангажирован и более объективно подает эти оценки. Что означает 100 тысяч выведенных из строя, 80, да, прилегли, 80 тысяч прилегли на больничку, кто-то, наверное, без рук и без ног, кто-то не сможет вернуться, кого-то подлечат, но и 20 тысяч уничтоженных, да, безвозвратной потери. Что это, если мы обсуждаем полное такое тело российской армии? Насколько сейчас оно стало слабее? Это колоссальные потери, даже если ориентироваться на цифры американского военного ведомства, которые изложил Джон Кирби, получается, что безвозвратные потери – это 100 тысяч человек за 5 месяцев. За 5 месяцев. Это не вообще потери, которые понесла российская армия в Украине. Теперь, что такое безвозвратные потери? Это ведь не те люди, которые попали в госпиталь, не только те, которых убили, или те, кто попал в госпиталь и вернулся в ряды вооруженных сил. Нет. Это те люди, которые были демобилизованы по состоянию здоровья. То есть это значит, что они были уже не в состоянии воевать. Не в состоянии брать в руки оружие, значит, у них очень серьезные ранения, которые мешают им участвовать в боевых действиях. Вот те, кого можно подлечить, как вы сказали, это те люди, которые возвращаются в армию, но это не безвозвратно, это санитарные потери, а это, но это лишь не все безвозвратные потери, грубо говоря. Так вот, 100 тысяч человек выбыло за 5 месяцев выбыло из рядов российской армии. 100 тысяч. А на начало войны русские сосредоточили на границах Украины менее 200 тысяч человек. Ну, называют цифры там 180-190 тысяч. То есть это значит, что половина за 5 месяцев последних, половина тех солдат и офицеров, которые были брошены в бой в феврале прошлого года, выбыли из рядов российской армии. Но ведь это же не все потери, которые понесла российская армия. Это те потери, которые были за 5 месяцев последних. А до этого, в ноябре прошлого года, вот это я очень хорошо помню, опять же представитель Пентагона, по-моему, тот же самый Кирби, он тогда работал, кстати говоря, в военном ведомстве, в Пентагоне, он называл цифру тоже в 100 тысяч человек, которые погибли за вот с февраля, с конца февраля по начало ноября. Это значит, ну, не безвозвратных потерь. Прошу прощения. Значит, это значит, что практически все те люди, которые 200 тысяч человек, 100 тысяч за первые месяцы и 100 тысяч за последние 5 месяцев. Так вот, это значит, что вся та армия, которая была сосредоточена, вся та армада, которая была сосредоточена на границах Украины, в общем, либо оказалась в могиле или где-то там в крематории, как тоже часто бывает в российской армии, либо, значит, там с серьезными проблемами для здоровья из госпиталя отправилась по домам. Может быть, кто без ноги, кто без руки, ну и так далее. Значит, вся армия уничтожена, которая была брошена. Вот теперь давайте посчитаем,
Если за 5 месяцев безвозвратные потери составляют 100 тысяч, это значит, что в месяц безвозвратные потери составляют сколько? 20 тысяч. Это значит, что в день, ежедневно безвозвратные потери составляют где-то 750 примерно человек. Это огромные потери. 750 человек в день – это, скажем так, это 2,5 батальона. Вот считайте, 2,5 батальона в день уходят либо в могилу, либо в госпиталь, и оттуда, кто без рук, кто без ног, отправляются по домам. Сколько батальонов в российской армии? Вот опять же, если судить по данным, которые утекли из Пентагона или из ЦРУ, не помню уже откуда это было, в Украине воюют 400 батальонов. Там чуть больше, 400 батальонов. Американцы считают по батальонам. Не по полкам, не по тысячам, по батальонам. Вот если в день гибнет уходит из армии 1,5 батальона, вся та армада, которая сегодня воюет в Украине, находится на территории Украины, за год, меньше, чем за год, будет уничтожена. Вот вам, как эта цифра выглядит.